сорт острого перца Аджи Хабанера. Этот перчик относится к виду Capsicum baccatum. Это одна из разновидностей перца Аджи. Вот его немножко морозом прибило. Были у нас уже заморозки. Это очень и очень, ребята, вкусный перец. Вообще просто бесподобный. Это многолетник. Он может расти как в открытом грунте, так же в теплицах. Можете выращивать его у себя на подоконнике. Вот такой, смотрите, красавец перчик. Созревает он от светло-кремового цвета до желтого и в конце до оранжевого. Этот перец имеет насыщенный цитрусовый вкус. Это растение высокорослое. Высота этого растения может достигать 1 метра в высоту и 70 сантиметров в ширину. Довольно объемное. Срок созревания у этого перца 100 дней. 90-100 дней. Острота от 10 до 30 тысяч скобелей. Урожайность у этого перца очень большая. С одного куста можно собрать до 300 плодов. Если будете выращивать его у себя на подоконнике, в горшках, высота этого растения может достигать до 70 сантиметров. Чем больше горшок, соответственно, тем будет больше его высота. И урожай будет намного больше, чем, к примеру, в маленьком горшке. Стрички, я уже говорил, имеют цитрусовый вкус. Очень плотный и хрустящий. Очень вкусный сорт и очень плодовитый. Этот сорт устойчив к различным заболеваниям. Вот один кустик, которому достался морозом, так как он был на краю сетки, выходил за пределы сетки, и морозом его немножко повредило. Вот уже перчики, которые перезрели. Их надо было собирать, но все не было времени. Очень-очень, ребята, плодовитый сорт и очень вкусный. Советую выращивать такой перчик у себя дома, и он обязательно будет радовать вас большими урожаями.